Городской глава Александр Син провел рабочую встречу с представителями IT-бизнеса из Запорожья, Киева и Днепропетровска. Участники встречи обсудили перспективы создания в Запорожье технопарка, развития образовательной сферы для IT-специалистов. По их мнению, наш город обладает достаточным потенциалом для развития IT-бизнеса, и принятие специальной программы, разработка которой уже ведется, станет дополнительным стимулом для творческой реализации запорожской молодежи. Мы предлагаем здесь альтернативу: за полгода, за год ты можешь научиться и стать IT-экспертом, по сути, в своей отрасли. И самое главное, мы тебе можем в 80% случаев гарантировать трудоустройство.